Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Победа 45-го года была выстроена подвигами и жизнями миллионов людей, когда невероятными усилиями наша единая и великая страна разгромила фашизм. Практически в каждой семье есть близкие, которые отдали свою жизнь, здоровье и молодость во имя свободы нашего народа. Вечная им память. Проходят десятилетия, годы, мгновения, но Великая Победа, как символ гордости, воинской славы и доблести народа, остается навсегда в сердцах тех, кто помнит и знает правду истории. И наша главная задача – сохранение памяти о Великой Отечественной войне, осмысление уроков прошлого и воспитание у нашей молодежи любви и уважения к своим предкам. В этот знаменательный день искренне поздравляю вас с праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира в ваших домах. И чтобы память о победе всегда оставалась в наших сердцах.